Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть. И сейчас интересное у меня задание есть. Так, это что ты у меня тут мигаешь? А, способности, смотри. Барахольщик. Если у вашей вещи какая-то цена, ее можно продать. За каждую проданную вещь вы получаете на 15% больше серебряных монет. Да, активировать барахольщик. Одаренный. Вы получаете дополнительно 2 очка за каждый новый уровень. Ого, ты каньон. Где у нас карта? Вот, идем сюда. Зачистка главной дороги. Так, хорошо. Сейчас мы будем... Сейчас припасы должны привезти, поэтому нас попросили зачистить дорогу. Так, что там разобрались с этим, да? На, готов. Готов. Кто там, что? Так, убейте зомби. Есть. А вы там в кого стреляете? О, ё-моё! Здравствуйте, ребята. В смысле, алё? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Готово. Так, заряжайся быстрее. Так, кто где кого? Где замальки, подожди. А кто там еще кого? Фиг. Смотри, подошел где-то сзади. Да? Так, сразу. Я выпью водичку. Все, чтобы мне этот восстанавливалась КПшка хоть немножечко, но восстанавливалась. 38 у меня, смотрите, так мало. Так, вот. Так, сейчас убьем. И, конечно же, смотреть, чтобы меня не покусали. Все нормально, да, ребята? Надо в бошки им стрелять. Есть. Нормально. Дали мне тоже. Тоже мне дали каких-то. Стоят там. Вы хотя бы убегайте. Тоже стоите, ничего не понятно. Так, я не знаю, миссия еще большая будет, небольшая. Надо будет мне еще бобы съесть. Все, кушаем бобы. О, все, миссия завершена. Зачем я бобы-то съел свои? У этого старик ХП вообще маленькая, смотри. Чуть-чуть было, вообще умер. Все, ребята, садитесь в машину, поехали. Так, вернуться в город. Это женщина, да? Вот это бабенка, да? Ну, а ну-ка, что написано? Охрана мэра, нифига себе, охранники нафиг. А чего вы такие тупенькие? А вот этого я чувака спас. Ну все, ворачиваемся, вернемся в город, да? Все. В центр идем. Блин, интересно, а если бы бензин у меня кончился, что тогда было бы? Угу. Быстрее мэру. Может, он мне бензинчик еще даст? Смотри, вот охранник уже на улице стоит, ничего себе.
охранников уже нет. Привет, чувак, ты какашку не забрал? Нет, оставил какашку. Ты чё какашку не уберёшь? А как это выглядит? Да отлично выглядит, всё проще пареной репы оказалось. Здорово, а теперь у нас больше шансов на выживание. Конечно, давай денег мне. А нам нужно починить баррикады. Мои люди уже приступили к работе, но сейчас их помощь требуется в другом месте. Да без проблем. Починить баррикады. Так, без проблем. Так, мы как бы играем чисто вот этому, с этим чуваком работаем. Вот ХП, я смотрю, у меня увеличилось. Так, идем. А-а-а, недостаточно бензина. Купи бензин. Вот, смотри, бензина нету. Купи за 10 штучек. 10 литров. Давай. Как раз у меня тут было. Немножечко. Так, давай тут сразу обменяем. 20 метров. Нет, пока не буду трогать. Почему я должен за свой еще бензин ездить? Ты мне дал бензинчика, а, чувак. Интересно, а назад мне хватит денег? По бензину-то вернуться. Так, что у нас за... обыщите магазин, ай, почините баррикады. Я в одного должен, да? Охрану мне не дали, мэр. Приди ко мне. Мне надо бензинчика. Так, подожди, я чуть сейчас это фейерверк не выстрелил. Так, патроны. Нормально. Так, вот он у нас магазин. Зомби наступают. Да, ё-моё. Вот эти собачки, проснитесь, алло. Тоже бабёнка, проснись, пошли, давай. Тут тоже, вот смотри, зомбачка ходит. Вот зомбачка. Так, тут больше нет, да, зомбаков? Ну все, пойдемте на фейерверк. Пошли. Вы тоже пойдете на фейерверк? Все ко мне. Сколько вас тут? 8? 8 человек всего лишь. Все, сейчас. А, вот у нас фейерверк. Вот бочка с фейерверком. Подходим все. Потихонечку. Так, вот здесь вот стоит. Давайте, пошли, пошли. Так, не забываем вот этих ждем, чуваков. Сейчас мы сделаем так. Сейчас всех поменяет. Я быстренько забегаю и жду их уже здесь, в этом месте. Они, конечно, идут медленно, но патроны на них тратят. Кучу патронов. Так, кто что-то остановился, ребята. Фейерверк. Так, о, патрончик получил немножечко. Вот, нормально, еще. Так, вот магазин. Подожди, вот это да. Больше фейерверка нету. Что же мне с вами делать? Патроны придется на вас тратить. В принципе, они быстро готово. Вход странный. А, вот баррикады, блин, разрушены. Сейчас соберем, вот, смотри, пулеметик стоит. Сейчас может быть... О, машинка, смотри, какая-то стоит. Это мы сейчас все поставим красиво. Используйте ракетную пушку. Ракетная пушка, нифига себе. Прикол. Опачки. За ним. Сколько я получу всяких ништяков. Слава. Нормально, мне это нравится. Там у меня получается 6 всего. Есть. Вот еще один. Все, почини.
бить баррикаду. Миссия выполнена. Попадай-ка я сейчас в эту сторону стою. Вдруг оттуда кто-нибудь побежит. Все, возвращаемся в город. Смотри, вообще втику-втику мне бензина хватило. Я надеюсь, мне мэр сейчас этот бензинчик даст. Мэр, мэр, я выполнил твое задание. Получил много всяких ништяков, получил патроны. Спасибо тебе большое. Все, я выполнил задание. Не, так, что ли? Парни передали по радио, что ты помог им с баррикадами. Отличная работа. Да, конечно, ну что ж. Пришли новости, что караван приезжает к городу. Подожди, а ты мне ничего ништяки не дал, что ли? И что дальше? Все должно пройти гладко, но у меня нехорошее предчувствие. Ты не мог бы присмотреть за ними? Да без проблем. Так, все, защита каравана. Слушай, подожди. Ты мне ничего не дашь, да, денег? А бензина? У меня бензина мало. 16 литров, кто-то взяли 16 литров. Мне кажется, он мне бензинчики все-таки дал. Слушай, у тебя что, картошка? Картошку продаешь? И этот, газировку? Рюкзак, у меня для тебя есть... О, смотри, 58 уже, не 50. Продаем все это на неделю. 230. Все, у меня 1600. Так. А это что за фигня? Витамины? Ну, витамины мне, в принципе, нужны самому, поэтому ведь продавать их не буду. Так, а кто здесь еще есть? Пьяница? Так, а вот, смотри, тут у нас есть Джефф, еще один торговец. Смотри, какой-то странный. Что у него? Здесь дробовик, смотри, какая лопата. Скорость копания 70, а у меня сколько копания? 40. Так, а этот за 280 я могу продать, а купить аж за 3500. Да вы что? Нет у меня столько денег. Так, а это что за бандиты, бандюганы? Так, нажмите так. А, очки умения и бензин мне дали. Так, забрать. Дальше, что интересного у меня есть здесь? Умение. Смотри, у меня есть 6 бесплатных очков умения. Здоровье. Максимальное здоровье. Максимальное здоровье 50, базовое значение 30. Увеличит ваше максимальное значение здоровья. За каждое очко умения получаете 1 очко к вашему. Так. Это добавляет здоровье? Максимум здоровья сколько можно? Вот, смотри. У меня награда. Подожди, куда ты спешишь? У меня вот бензин есть. Сколько мне дают бензина? Непонятно сколько. Так, книга. Смотри, босс красавчик, новая машина, что дальше? Босс красавчик, красавчик. Вот, мне дали бензин, 30 литров. Так, пока не буду использовать. Джеффа. Что тебе нужно? Меня заинтересовала вон та тачка, она продается? Извини, она еще не доделана, и нужно несколько деталей. Продолжай. Если интересует, сначала принеси мне эти детали. И да, без проблем. Новые колеса. Отлично, для начала найди колеса и руль. Да, без проблем. Колеса и руль. Что-то... Помнишь, мы в этой первой серии что-то там искали? Часы. Так, ну вот тачка. Мы, если ее доделаем, мы можем ее купить. Воду собирает. Ну ладно, на сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, какую игру следующую поиграть, либо в этой игре какие есть ништяки. Всем пока.